Добрый день, друзья! Я знаю, что тема коронавируса сейчас полностью захватила весь интернет. Но тем не менее, хочу призвать вас быть ответственными и очень серьезно отнестись к этой ситуации. Соблюдая карантин, находясь дома, вы очень поможете себе и всем окружающим. Минимизируйте контакты с людьми. Так как вы уже знаете, что у носителя вируса могут не проявляться симптомы на протяжении очень многих дней. Наслаждайтесь временем, проведенным с близкими. Освойте для себя что-нибудь новое. Занимайтесь спортом в домашних условиях. Занимайтесь йогой, медитацией, да хоть пением, чем угодно. Главное, чтобы дома. Берегите себя и своих родных. Будьте здоровы!